Начинал заниматься спортом в сельской местности и стал чемпионом. Теперь президент Федерации силового многоборья Иван Мечишев доказывает, что нет ничего невозможного. Моя задача в каждом проекте «Сила России» показать ребятам, что все границы открыты, независимо от вида спорта, независимо от стартовых данных. На зарядку с чемпионом в Одинцовский парк пришли все желающие. У каждого свой уровень физической подготовки. Поэтому начали с разминки. Потом перешли к основной программе, отжимались и отрабатывали силовые приемы. Нагрузка, она должна быть. Мы к тому устроены, иначе у нас все атрофируется. И мышечная система, и дыхательная система. Нет, нагрузка должна быть. Понятно, что адекватно. Ну и задача как раз от подобных проектов, чтобы ребята не боялись. И плюс еще этих проектов в том, что здесь и родители вместе с детьми приходят. Это раньше для занятий спортом турники приходилось мастерить самим, вспоминает Иван. Сейчас возможностей для активного отдыха много. А для тех, кому не хватает профессиональных советов, существует проект «Единой России. Одинцовская спортивная семья». В его рамках встречи и мастер-классы со спортсменами проводятся ежемесячно. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».